Здравствуйте, это магазин «Горные вершины», и сегодня мы рассмотрим модельный ряд велосипедов Mirabel Cyclocross 2018 года на примере четырех велосипедов с индексами 100, 300, 400 и 600. Модели 100 и 300 очень близки друг к другу. На обоих установлена алюминиевая вилка шпуны фирмы FSA. На сотой модели установлена трансмиссия SRAM Apex 1/11, что по стилистике больше подходит для MTB. Тем же, кто придерживается более традиционных взглядов, можно будет взять 300-ю модель, на ней вставлена Tiagra 2/10. На моделях 400 и 600 установлена карбоновая вилка, положительно влияющая как на вес, так и на гашение вибраций. На 400-ку увешана по кругу 105-й Shimano 2/11. Также в комплекте к велосипеду идут дополнительные ручки-дублеры. 600-я же модель имеет трансмиссию SRAM Apex в круг. Также имеет гидравлические дисковые тормоза. На остальных велосипедах это механика. Плюс из бонуса мы получаем карбоновый подсидел, который тоже облегчает вес велосипеда и все-таки отыгрывает некоторые неровности. У всех велосипедов колеса на промышленных подшипниках, однако 400-я и 600-я модели имеют вилку на оси. Циклокросс мы, например, можем порекомендовать тем, кто устал крутить педали на своем МТБ по городу, но не хочет покупать шоссер в силу его специфичности. Большое разнообразие моделей позволит выбрать велик под свой стиль и вкус. Померить их можно по адресу Выборгское шоссе, дом 48. Также доступны для заказа два карбоновых циклокросса, 5000 и 7000. Пока.